Москва, 12 Сен, Эрспорт. Российский борец Вольник Абдусалам Гадисов, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, взял серебряную медаль чемпионата мира в Лас-Вегасе, США. В финале Гадисов, чемпион мира 2014 года, потерпел поражение от 19-летнего американца Кайла Снайдера. Гадисов принес России олимпийскую лицензию в весе до 97 килограммов. Снайдер стал самым молодым в истории чемпионом мира по борьбе из США. Бронзовые медали в данной категории завоевали Павел Олейник, Украина, и Хитак Газюмов, Азербайджан.